Деревня Харампур Пуровского района празднует круглую дату – 85 лет со дня основания. Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин переехал лично поздравить ее жителей с юбилеем. Официальная часть мероприятия прошла в Доме культуры «Снежный». Губернатор вручил жителям Харампура благодарственные письма и почетные грамоты за многолетний добросовестный труд и преданность родной земле, а после обратился к собравшимся с приветственным словом. Я поздравляю вас с 85-летним юбилеем. Хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, благополучия. Ну, вот с Марией Леонидовной шли, она, я говорю, как дела обстоят, как обстановка в деревне. Говорит, что ребята бы оставались, но нет жилья. Нету жилья, не хватает частных домов. И хотелось бы, конечно, строить здесь в деревне. Вот поэтому я же губернатор, я не могу там с пустыми... Как говорит мой товарищ, говорит, подарок или должен быть большой, или полезный. Ну, я думаю, Марина, я тебе могу пообещать, 10 домов мы построим у тебя. По случаю юбилея в деревне прошло много праздничных мероприятий с национальным колоритом. В их открытии на правах почетного гостя принял участие Дмитрий Кобылкин. Губернатор округа дал старт забегу на оленьих упряжках, а также в рамках народного обряда зажег символический костер дружбы. Немного таких деревень вообще у нас в России. Я хочу вам сказать, что, наверное, такая одна из образцово-показательных. Понятно, вопросов много. Много рождается детей, многодетные семьи. Они нуждаются в новом жилье. Этот процесс, конечно, ну, я не могу сказать, что он бесконечный, но это приятный хлопот. И ими надо, безусловно, заниматься. Поэтому я вот обещал начать строительство частных коттеджей здесь для семей многодетных в том числе. Вот, с 10 начнем. Я уже понимаю, как это сделать все. Вот попросили меня также посмотреть вариант часовни строительства. Деревня Харампур основана в 1933 году. На сегодняшний день здесь проживает больше 700 человек. Большая часть жителей занята в традиционных для коренных народов севера промыслах – оленеводстве, рыбоводстве. Приезд губернатора для жителей деревни особенно значим. Мы хотели губернатору показать свои достижения, чего за эти годы, не только за эти годы, а за последние 5 лет, чего мы достигли, что мы научились делать. Также в рамках своего визита Дмитрий Кобылкин посетил новый детский сад. Губернатор убежден, у Харампура есть потенциал, реализовать который помогут трудолюбивые жители, которые преданы традициям своего народа и родной земле. Валерий Усманов, Алексей Магин, новости Губкинского.